Четырехдверный кузов для возрожденной восьмой серии поклонники марки ждали с нетерпением. Особенно те, кто следит за новостями и помнят, что еще в прошлом году BMW ясно обозначила планы концепт-каром M8 Grand Coupe. Серийная модель с заводским индексом G16 оказалась существенно крупнее двухдверных восьмерок. Колесная база выросла на 20 сантиметров, и Grand Coupe уже можно всерьез рассматривать как более спортивную альтернативу седьмой серии. Хотя задний диван разделен на два посадочных места, а багажник на 440 литров не впечатляет объемом. Стеклянная крыша включена в базовое оснащение, а за доплату ставится углепластиковая. Также есть атмосферная подсветка, беспроводной зарядник для смартфонов и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками. Технически Grand Coupe повторяет исходное купе восьмой серии. Начальная версия 840 с 3-литровой шестеркой оснащается задним или полным приводом. Аналогичный дизель 840D и бензиновая M850 только полноприводные. Коробка передач только одна — 8-ступенчатый автомат. В спринте до 100 км в час старшая модификация проигрывает аналогичному купе 8 серии 0,2 секунды. Все машины получили адаптивную M-подвеску. У бензиновых также есть спортивный дифференциал. Активные стабилизаторы и рулевое управление Integral Active Steering с подруливающей задней осью предложены как опция. Позже подоспеет самый быстрый и мощный в гамме M8 Grand Coupe. В России продажи Grand Coupe начнутся 15 октября. Стартовая цена без малого 6,5 миллионов рублей.